вы сами слышите, что творится в зимнем стадионе. Это Санкт-Петербург, 31 мая, Кубок губернатора, финалы. Ну, вы знаете, нам доводилось много слышать от ветеранов ленинградского бокса, что когда-то на зимнем стадионе, когда выступал Попенченко, Шатков, другие легенды советского бокса, здесь собиралось столько народу, что нужна была конная милиция, буквально, чтобы сдерживать болельщиков. И вот ветераны жалели, да, про те времена, что вот сейчас уже не так, сейчас по-другому. И вот сегодня как раз все так, как в былые славные времена. Садик здесь, прямо около зимнего стадиона, был заполнен болельщиками. Люди уже с утра сюда приходили, чтобы занять место. И действительно, это того стоит. Потому что здесь сегодня собран весь цвет мирового бокса. Да, можно сказать мирового, потому что здесь очень сильные команды Узбекистана, Киргизии, Казахстана, России. И даже сборная Кубы прислала своих представителей. Дорогие друзья, ну и я хочу сказать, что сразу же без раскачки мы смотрим первый финал. Сейчас уже определится, кто же станет первым героем Кубка губернатора 2018. Очень интересный бой. И сразу же здесь, конечно, мы можем смотреть, как это принято сейчас говорить, боксера, который стал брендом нынешнего фестиваля лицом. Это, конечно же, олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов. Вы сейчас его видите прекрасно. Он как раз в красной майке, он представляет красный угол. И действительно, обладатель Кубка Вэлла Баркера, чемпион Азии, олимпийский чемпион. Он, конечно же, украшение нашего турнира. Ну, а я хочу сказать, что и несколько слов про его соперника. Это тоже очень интересный боксер, Батор Сагалуев. Он представляет Улан-Удэ. И вот пока мы смотрим первый раунд. Конечно, трудно работать в такой обстановке, потому что в зале очень много болельщиков сборной Узбекистана. Они ходят все эти дни, поддерживают с флагами государственными. И это очень здорово. И сейчас вот так быстро и незаметно подходит к концу уже первый раунд. Дорогие друзья, ну а у нас с вами сегодня трансляция долгая, интересная. И мы постарались, чтобы она была максимально насыщенной, максимально вам нравилась. И поэтому для вас, дорогие болельщики, продолжению боя. Представитель Республики Узбекистан Хасанбой Дусматов. Спортсмен 1993 года рождения. Счет боям проведен на ринге не ведет. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тренирует спортсмена тренер Таганбаев. Ну что, дорогие друзья, вы сами все слышали, начинается второй раунд. Ну а я все-таки скажу, что у нас для вас сегодня много сюрпризов, много подарков. И первый для вас такой сюрприз — это то, что к нам в комментаторскую кабину прорвался буквально через болельщиков узбекского боксера, узбекской команды. Хотя трудно ему было не прорваться. И тем не менее, дорогие телезрители, встречайте. У нас легенда отечественного бокса, чемпион мира, неоднократный победитель матчей СССР-США, неоднократный чемпион страны Андрей Петрович Курнявко. Если вы сейчас у экранов, поаплодируйте ему. Андрей Петрович, включайтесь, пожалуйста, в наш репортаж. Здравствуйте, во-первых. Добрый день всем, да, всем любителям бокса. Очень хороший бой идет узбекский боксер с нашим российским боксером. Но я думаю, преимущество имеет узбекский боксер, он более точнее. Вот, поэтому, наверное, и судьи, наверное, отдают его сторону. Но это олимпийский чемпион, это обладатель Кубка Вэлла Баркера, это чемпион Азии. Вот это о чем сразу все говорит, да? Согласен с вами полностью, да. Это великий боксер, он получил в боксе всю олимпийскую медаль, а самое главное — Кубок Баркера. Это получают самые великие боксеры, самые лучшие. Конечно, конечно. Ну вот смотрите, он...
уже, наверное, есть такие разговоры, что уже они в полупрофессионалах выступают. И, наверное, может быть, со временем перейдут в профессиональный бокс. Как вы считаете, может быть, успех там тоже, да? Ну, профессиональный бокс, я считаю, что он достиг уже всех высот в любительском боксе. Ему, конечно, если ему предложат хороший, прекрасный контракт, ему, конечно, надо переходить. Потому что я не вижу смысла быть уже в любителях. В любителях он поднялся на самую высокую планку. И теперь надо доказать себя на профессиональном ринге. Ну, наверное, все-таки российские болельщики, их сегодня очень много нас смотрят. Они на нас обидятся, если мы не скажем несколько слов про Батора Сагулаева. Все-таки он мастер спорта международного класса, чемпион России. И он попадает вот сейчас, да? Он прекрасно боксирует, понимаете? Перед ним стоит просто боксер, не олимпийский чемпион. Потому что многие, выходя в ринг и смотря на их регалии, они уже ломаются. Но наш боксер, он прекрасно выносит этот темп, понимаете, прекрасно боксирует, также попадает, что немаловажно. Поэтому бой у них, я не скажу, что... Но мне кажется, бой у них равный. Но это все будет решать судейский корпус. Да, потому что здесь судейство, турнир очень высокого уровня, и поэтому огромные требования их судьям сразу же подскочили. Да. Вот мы сейчас видели атаку нашего боксера, да. Ну, прекрасно боксирует, хорошо двигается. И даже в каких-то моментах обыгрывает узбекского боксера. Да, я с вами соглашусь. Действительно, пока он совершенно, правильно вы говорите, он не смотрит, что это олимпийский чемпион. Да, это вот его соперник. Так, ну сейчас нам представят как раз боксера из Улан-Удэ. Готовится к продолжению боя представитель Российской Федерации Батор Сагулаев. Боксер 1991 года рождения. Счет боям проведет на ринге не ведет. Является чемпионом Европейских игр 2015 года в Баку. Тренирует спортсмена Жоржо Шаргатшханов. Ну, хорошая тоже бурятская школа бокса. Очень хорошая, да. Там хорошие боксеры были, есть и будут, я уверен. Но вы знаете, вот мне кажется, что второй раунд он сравнял, даже был впереди. Нанес, мне кажется, больше хороших ударов. Но опять же, это не нам решать, это решать судейскому корпусу. Ну, во всяком случае, Батор молодец. Я перед ним даже, вот мы видим, да, боксиры даже, он ни грамма не сомневается в своих силах, в своих возможностях. И победить олимпийского чемпиона, да, у него все для этого есть. Да. Андрей Петрович, ну как вот вернулись в хорошую, добрую систему? Три раунда опять, да, опять без шлема. Здорово ведь, правда? Это очень прекрасно, конечно, потому что было, когда 5-2, ну немножко бокс ушел. Более потерял, зрелищность была не та. А сейчас, да, зрелищность хорошая, много опять ребят вернулось в бокс также, потому что многие ушли. Многие не справились с такой нагрузкой 5-2, кому-то было неудобно, неинтересно. Конечно. И сейчас буквально вот такая атмосфера, действительно, старые добрые времена. Ну, мы помоложе с вами, да, но кому 60-70, они вспоминают прямо с большим удовольствием. Конечно. Это очень прекрасно, что мы вернулись снова 3-3. Но вот смотрите, сейчас наш спортсмен, мне кажется, ведет. Батор молодец, да, боксирует очень-очень успешно. И самое главное, чтобы концовка была хорошая. Потому что, мне кажется, узбекский боксер не может даже попасть сейчас в него. Да. Он тактически правильно построил бой. Первый раунд он присмотрелся, второй накатил немножко больше. А сейчас ведет, ну, во всяком случае, первую минуту он ведет. Атакует, работает первым номером, имеет, соответственно, преимущество. Да, заметно, может быть, даже уже, да, и третий раунд за российским боксером. Знаете, как в профессиональном боксе, там есть такой независимый судья, как правило, это уважаемый, вот. Боюсь, когда пропустили. И вот, знаете, такой независимый судья, он считает, его оценки тоже показывают зрителям. Тем более такой эксперт, как вы, тоже, может быть, посмотрим, как... Остаются последние минуты. Я думаю,
сейчас надо накатывать нашему спортсмену, если он, конечно, сделает хорошие взрывы, сделает хорошую оконцовку, я думаю, победа будет за ним. Сейчас надо делать как можно меньше пауз. Вот видите, два удара. Узбекский боксер нанес очень хорошо. Два удара чистых пропустил наш боксер. Да, я напомню, что на Олимпиаде то он колумбийца победил в финале. Там-то ребята, как говорится, с детских лет, да, рождаются с капой во рту. Все как бы понимают. Такая небольшая возня, но потому что чувствуется усталость, да, боксера. Да, подустали, подустали. Конечно. Вот все. Да, да, мы можем только поаплодировать. Мне кажется, мое мнение, что бой очень равный. Очень равный. Даже преимущество. Но третий раунд, даже не могу сказать, то ли в ту, то ли в эту. Но опять же говорю, судьи сейчас будут решать. Ну, можно смело отдавать нашему боксеру. Да, потому я бы не удивился, если бы отдали бы. Да, провести нашему, такой бой с олимпийским чемпионом наравне, не уступив ему ни в чем. Я считаю, это будет правильно и справедливо. Ну, давайте, да, теперь такая пауза. Павел Бочков, и звание победителя Кубка губернатора Санкт-Петербурга 2018 года одержал боксер Сильва. Ну что ж. Это достойная победа и правильное решение судейского корпуса. О чем я вам и говорил, что будет правильно отдать победу нашему спортсмену.